Америка нам очень рада, но Канада нам не очень рада. Потому что Александр каким-то образом потерял документы. И сейчас он очень сильно переживает. Лежит и нервничает. Психует. Извелся. Распереживался. И просто не может уже стоять. Александр, как вы находите нахождение в Мексике без документов? Вот такой у нас некрасивый пляж. Вот так мы здесь страдаем, мучаемся. И страдает Александр, потому что у него нет документов. Его не выпускают из Мексики. И он здесь застрял. Попал в цикличность. И похоже, ему здесь нравится.